Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим фаршированный перец в мультиварке. Для приготовления нам потребуется 700 грамм перца, это вес перца еще не очищенного, это примерно 11 штук. 500 грамм фарша, у меня смесь свинины с говядиной, одна небольшая луковица весом 90 грамм, 60 грамм длиннозерного риса, томатная паста, смесь перцев и соль. Рис необходимо промыть и залить кипятком и оставить на 5-10 минут, чтобы он слегка набух. У перца отрезаем верхнюю часть. Кстати, вот эту вот крышечку не выбрасываем, а саму часть мелко нарезаем. Я потом вот так замораживаю и добавляю просто в супы. Кстати, не только в овощные, даже в курином он придает достаточно приятный вкус и аромат. А здесь убираем сердцевину. И промываем. Лук натрем на мелкой терке или мелко-мелко порежем. Итак, смешаем лук, рис промытый, фарш. Сюда же добавим 1/3 чайной ложки смеси перцев или черный молотый перец. Добавим соль по вкусу. Я добавлю 1,5 чайные ложки. И все хорошо перемешаем в однородную массу. Получившейся начинкой начиняем перцы. Лучше чайной ложкой утрамбовывать туда, но не сильно, чтобы жидкость могла поступать. У нас с вами рис достаточно твердый, он должен еще увеличиться в объеме. Примерно вот таким образом, не сильно утрамбовывая. Выкладываем перцы достаточно плотно друг к другу, чтобы все влезли. Готовится очень быстро, просто. Осталось залить перцы заливкой. Для заливки я взяла 500 мл холодной воды. Добавим 2 столовые ложки томатной пасты с горкой. Добавим соль. Я взяла чайную ложку, тоже с небольшой горкой. Все хорошо размешаем. Заливаем смесью фаршированные перцы. После чего добавим еще 400 мл простой воды. То есть перцы практически наполовину должны быть скрыты. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме тушения. 1 час. Нажимаем старт. Прошел час. Перцы у меня готовы. Как вы видите, во время приготовления сами перцы тоже дали свой сок, и жидкости получилось достаточно много. Подавать эти перцы лучше со сметаной, посыпав их свежей зеленью. Также можно добавить и чесночок мелкорубленный. Вот такие очень вкусные и ароматные фаршированные перцы у меня получились. Приготовить их можно заранее и заморозить. Время приготовления замороженных перцев не изменится. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Если вы хотите получать первыми уведомления о новых рецептах, не забывайте нажимать колокольчик на моем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!